Всем огромный привет, с вами Маша, я рада вас приветствовать на своем канале на YouTube. Ну что, сейчас весна, пора новинок, пора обновлений в своем гардеробе. И как раз данная тема будет кстати, мы с вами сегодня поговорим о аналогах люкса в масс-маркет-сегменте. Сегодня мы будем затрагивать только обувь и сумки. Я считаю, что данные вещи достаточно легко подобрать в масс-маркет сегменте, не говоря о одежде, с этим уже сложнее. Итак, первый бренд и один, наверное, из самых топовых стоит, в общем-то, на первом месте по обуви и аксессуарам. Бренд, который пытаются скопировать практически все магазины масс-маркета, это, конечно же, Bottega Veneta. И первое, о чем мы поговорим, это будут мюли, даже такие босоножки на высоком каблуке с переплетениями. Данные мюли не из дешевых, стоят они 1095 евро. Согласитесь, не каждый готов выложить такую сумму за обувь. Итак, первый аналог данным мюлям я нашла в магазине Stradivarius за 40 евро. Данная модель идет на более низком каблуке. Мне даже такой каблук больше нравится. Мне кажется, он более удобный, более практичный. И иногда даже на каждый день его можно надеть. Данные мюли есть в бежевом, голубом и салатовом цвете. Красивые цвета. Естественно, бежевый, мне кажется, один из таких фаворитов. Он универсальный, подойдет абсолютно к любому образу, абсолютно к любому цвету. Его будет легко скомбинировать. Второй вариант в магазине Zara за 80 евро черные и молочные мюли. И третий вариант — это магазин Topshop. Сейчас они идут со скидкой 44 евро. Оранжевые и белые мюли, они есть в двух оттенках. Я думаю, любая из этих моделей в масс-маркет сегменте вам доступна. Мой, конечно, фаворит — это первый Stradivarius. Они более практичны для повседневной жизни. Вторую позицию у меня занимает также бренд Bottega Veneta. Их популярные мюли на плоском ходу, кожаные мюли с переплетениями. Данные мюли тоже достаточно недешевые, стоят они от 950 до 1100 евро. И первый примерно похожий вариант я нашла на сайте Zara за 40 евро. Есть данные мюли в двух цветовых решениях, в черном и в белом, даже в таком молочном цвете. Кстати, в молочном цвете я приобрела себе, не устаю восхищаться. Модель изумительная, на лето с джинсами, с какими-то кюлотами, с платьем миди длины, с какими-то, может быть, прямыми, широкими, свободными брюками, будет смотреться отлично. Второй вариант из магазина Topshop, они даже похожи больше. Есть они в двух цветовых решениях, черные и синие. Стоят они 52 евро сейчас. Вариант тоже симпатичный. Мне кажется, черный универсальный абсолютно и будут смотреться очень красиво на загорелом теле. Далее на третью позицию я поставила достаточно популярную сейчас модель сумки от Chanel, которая стоит, самая дешевая, по-моему, не меньше 3000 с чем-то. Цена бешеная. Соответственно, я решила сразу же найти примерные аналоги где-то в магазинах масс-маркета и нашла один вариант в Zara. Данная модель стоит 40 евро. Есть она в трех цветовых вариантах. В черной коже, в синем металлике. Последняя модель, мне кажется, самая актуальная сейчас для весны, для лета прекрасно подойдет. Это черный, даже такой темно-серый деним. На четвертую позицию я отнесла сумку пельмень, даже лучше сказать клатч, от Bottega Veneta. Стоит данная модель 2100 евро. Есть похожий вариант на сайте ASOS за 32 евро в двух цветовых решениях, в белом и черном. Сумка по размеру примерно такая же, смотрится не хуже, чем оригинал. Естественно, она не кожаная, стоит это учитывать, за 32 евро, но тем не менее модель стоит того. И мне кажется, белый клатч летом будет прекрасно выглядеть. Второй вариант того же клатча от Bottega Veneta, только уже в мини-формате. Можно найти в магазине Mango в черном, коричневом и салатовом цвете за 16 евро. На один сезон можно приобрести такую сумку, относить ее и потом просто куда-то сложить в шкаф или отдать кому-нибудь подарить, или просто выкинуть ее, будет не жалко. На пятую позицию я опять же поставила бренд Bottega Veneta. Он у меня будет лидировать среди других люксовых брендов сегодня. Еще одна достаточно популярная у данного бренда модель сумки –
прямоугольной формы с переплетениями. Данная сумка стоит 1450 евро. Примерные аналоги можно встретить в магазине «Манго» в черном и бежевом цвете, в замшевом варианте за 36 евро. И второй вариант на сайте «Страдивариус» за 18 евро в белом цвете из кожзаменителя. Модели очень похожи на оригинал, и за такие деньги не жалко их приобрести. На шестой позиции, опять же, Bottega Veneta и их популярные мюли, или даже, можно сказать, туфли с сеточкой за 690 евро. Похожие мюли я нашла на сайте Ace, также черные, но они идут с открытой пяткой. Я думаю, что данная модель не так уж далека от оригинала, ее спокойно можно отнести к аналогам люкса. На седьмой позиции находится сумка от бренда Marni. Ее цена варьируется в зависимости от размера от 1200 до 1600 евро. Данная сумка есть в абсолютно разных цветовых вариантах. Похожую модель я нашла на Страдивариус за 18 евро. Она есть также в нескольких цветах, в двух точнее, бело-бежевом таком цвете и второй зелено-черный. Модель очень похожа на оригинал Marni, и за 18 евро один сезон можно поносить. На восьмую позицию я поставила бежевые мюли за 790 евро. Цена высокая. Точно такие же мюли я нашла в Манго за 50 евро. Мне нравится данная модель тем, что она из натуральной кожи, она ничем не отличается от оригинала. На девятой позиции опять бренд Bottega Veneta и их популярная сумка с переплетениями за 2900 евро. Очень похожие варианты я нашла в Манго. За 120 евро белая сумка, она кожаная, очень похожа на оригинал от Bottega Veneta. Белый вариант мне кажется очень симпатичным за 120 евро, тем более, что она кожаная. Ее можно носить несколько сезонов. И на последней десятой позиции опять же бренд Bottega Veneta, их популярные балетки с острым, немного затупленным мысом. Стоят данные балетки 530 евро, и есть они в абсолютно разных цветах. И в лавандовом, и в черном, и в бежевом, и в белом цвете. Идентичный вариант можно найти в H&M за 40 евро. Кожаные балетки, тем более, что качество премиум. Мне кажется, они будут носиться хорошо. Это натуральная кожа, и за 40 евро прекрасный вариант на прохладное лето или на какую-то теплую весну. Итак, на сегодня это все. Всем большое спасибо за просмотр данного видео. Я надеюсь, оно было информативным для вас. Не забывайте подписываться на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Также подписывайтесь ко мне на страничку в Instagram. Напишите ниже в комментариях, какие из данных аналогов люкса вы бы хотели приобрести и почему именно. Мне будет очень интересно почитать ваши комментарии. Мы с вами увидимся где-то через неделю. С вами была ваша Маша. Всех я вас целую. Всем хорошего, здорового и солнечного дня. Пока-пока.